водитель скорой Эртене Дондуп. Уже завтра в родном Лукхиме он отправится дежурить на новенькой «Газели Next». Надеюсь, мне не придется прокатиться никогда на этом авто, но для тех, кто все-таки это сделает, давайте заглянем, посмотрим, что там. Внутри все как в американских фильмах. Место для пациента, для врача и множество различного необходимого для первой помощи оборудования. В этот раз Тува получила 12 машин. Каждая отправится помогать своему району. Встречать транспортную обновку приехали и пехемцы. Главврач местной больницы считает, что вопрос с транспортом на ближайшую пятилетку можно закрыть. У нас же парк, автотранспорт практически полностью заменен. Это у нас уже четвертая новая машина, как бы. Проблем нету с транспортом. Желательно, конечно, их менять, потому что машины работают в круглосуточном режиме, и у них износ очень быстро идет. И желательно менять через каждые 5-7 лет. Вот этот легендарный УАЗик, наверное, поедет в какой-то отдаленный район. Мы сейчас это выясним. Здравствуйте. В какой район поедет эта ласточка? Тайга, самый отдаленный горный район. Именно нужна такая машина. Дорога плохая, поэтому как раз именно мы заказали такую машину. Мне, во-первых, надо благодарить как раз министерство и правительство о том, что как раз по программе, как раз федеральной программе, как раз обеспечением медицинского оборудования и автомашины. Это огромная помощь как раз для таких районов. Пусть работает, не ломается. Будет служить вере и правдой во благо населения нашего района.